С начала года в Димитровграде отмечается подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Случай гриппа пока остается единичным в городе. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ОРВИ, рост заболеваемости, начался на неделю раньше в этом году. И преимущественно болеют дети в возрасте от года до 6 лет. Это они составляют более 45%. По словам эпидемиологов, вспышка гриппа в Димитровграде пока не ожидается. И особо опасаться горожанам не стоит. Обнаруженный вирус H1N1 в последние годы уже относится к сезонным видам гриппа. Все не так страшно. Конечно, это да, он относится, тем не менее, к высокопатогенным вирусам гриппа. Но те, кто сделали прививки, они защищены. И не все. Самое главное – соблюдать противоэпидемические мероприятия теперь уже. Что касается образовательных учреждений, то ни в одной школе города не превышен эпидпорог по заболеваемости. Специалисты управления образования проводят мониторинг заболеваемости в ежедневном режиме. По прогнозам медиков, как мы знаем, растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, но пока в образовательных учреждениях ни группы, ни классы на карантин не закрыты, пока у нас все работают в полном режиме. И все же специалисты настоятельно рекомендуют при первых же признаках заболевания незамедлительно обратиться к врачу. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.